Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас вам покажу, как на телефоне Mi 10 Pro можно сбросить настройки камеры. Заходим в камеру, далее нажимаем дополнительно, нажимаем настройки, после чего, если мы, допустим, давайте включим абсолютно все настройки, которые у нас тут есть, и мы, допустим, забыли, как они были выставлены изначально. Мы с вами нажимаем сброс настроек, подтверждаем. И изначально все выглядело вот так. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!